Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров приняли участие в выездном совещании по вопросам ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. Напомним, сейчас в регионе ведутся работы на полигоне ТБО Игумного, свалке промышленных отходов «Черная дыра» и шламонакопителя «Белое море». Согласно контракту, эти три объекта должны быть ликвидированы в апреле следующего года. Сейчас работы идут с опережением графика.